Региональный штаб Общероссийского народного фронта подвел промежуточные итоги работы по приоритетным проектам за последние 9 месяцев, а также утвердил дату проведения ежегодной конференции Народного фронта в регионе. В течение года общественники работали с обращениями граждан, выезжали в муниципалитеты, проводили мониторинги реализации поручений майских указов президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. За год работали рабочие группы очень эффективно, проведено много различных мониторингов и по комфортной городской среде, по состоянию качества дорожного полотна, по обслуживанию в больницах и работе больниц, поликлиник, медицинских учреждений. И многие другие вопросы были подняты и проделаны. На основании проделанной работы региональный штаб сформирует общественные предложения, которые затем направит губернатору Александру Никитину. Ежегодная конференция Народного фронта в регионе состоится 15 ноября.